знаю я таких, как ты. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов.
паучок остановился у этого домика. Надо туда заглянуть. Закрыто. Есть там кто? Зараза. Я не причиню вам вреда, откройте. Накрылась наша конспирация. А ты кто такой? И чего тут ищешь? Я Геральт, ведьмак. Иди своей дорогой! Я ищу девушку с пепельными волосами, со шрамом на лице. Вы позволите мне войти? Нет. Сколько вас там? А ты что, перепись населения? Клянусь бородой своей матери, возьмите себя в руки, ребята. Эй, ты, за дверью! Ты Геральт? Я правильно говорю? Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Мы пережили кораблекрушение. Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари, пока мы, наконец, не укрылись тут. Этот остров полон опасностей. Так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. На этот остров обычным путем не попадешь. Кораблекрушение – необычный путь. Да перестань уже. Ты же отлично знаешь, что он имеет в виду. Айфе! Я объясню. Плыли мы как-то со Скеллиги в Новиград. И Ферин скупил у капитана магического светлячка, который вроде как знал дорогу к спрятанным сокровищам. Что-то затянулся ваш рассказ. Давайте уж договоримся как-нибудь. Если это демон, он сейчас попробует нас провести. Я не демон. Я могу доказать, что вам нечего бояться. Это как же? Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Боюсь, отыскать их будет непросто. Сколько их было? Трое. Ива, Гаспар и Ференс. Этот ваш Иво, где его искать-то? Этот кретин уперся, что должен обыскать пещеры на востоке. Я не сумел выбить эту мысль у него из головы. Но он где-то там ищи. Где искать Гаспара? Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Взял фонарь и говорит, мол, поднимется на вершину горы, будет корабли высматривать. Куда пошел Ференс? На запад. Вроде там есть какой-то корабль. У Ференса руки просто золотые. Если бы кто и смог его починить, то только он. Постараюсь отыскать всех троих. До свидания. Я рад, что ты все правильно понял. Thank you.
человек? Ха! Ты даже не представляешь, как я рад! Я встретил твоих друзей, давай слезай! Добро! Уже спускаюсь! Ха, вот повезло-то! Знаешь, об одном только жалею! Разбился. Зараза. Эй, вставай. Брысь. Мужик, иди спать. Вставай. Что, что такое? Ну, ты еще кто? Я Геральт. Кто вы вообще такие? Рабинник и компания. Оценка недвижимости и страховка организации массовых мероприятий. Меня зовут Гаспар Суттер. Для друзей Соня. Я спал даже во время той бури. Жалко, что столько народу погибло. Может, ты видел сероволосую девушку? Здесь? Нет, не видел. Я вообще мало чего вижу, потому что сплю часто. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ференса и Иво. Боюсь, они умерли. Иво окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс, я слышал, как он кричал, ужасно кричал. А потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Пойдем. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Знаю я, что такое нарколепсия. Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее.
давлю на массу. Ну, вставай. Морзик, ну чего тебе? Ну, сейчас, сейчас. Ты что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Сейчас. Еще минуточку. Вставай. И ты что делаешь на этом удивительном острове? Тут вроде безопасно. Ты меня на обратном пути захвати. Только поторопись, очень тебя прошу. Пытался сбежать от беса. Неудачно.
один из трех пропавших. Скверно, что он умер. Я привел вашего друга. Правда? Пусть отзовется. Не спи. Я не сплю. Это Гаспар! Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный. А что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера. Рабиник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте у лодки подождем.
Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял. И не надоело ему. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это... Это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? Авалакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу. Почему, собственно, Авалакх тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалакх пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Иридина. А что нужно Иридину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. Иридину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот перенести сюда тысячи Аэнеэля его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалакх. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей. Зато у каждого воздушный корабль. Ну ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Ах, надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. А как ты в конце концов оказалась тут? Что случилось? Последнее, что я помню, мы с Авалакхом спорили на берегу, на Скеллиге. Он хотел отвезти меня в безопасное место. А дальше были только сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино,
а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать. Все хватит. Что? Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь.
У нас не слишком много времени, вот-вот появится дикая охота. Может, я оставлю вас на минутку? Трис, успокойся. Нет, нет. Вы наверняка соскучились, а лишняя минута ничего не изменит. Нет, лучше пойдем сразу. Нас уже ждут. Йен, ты знаешь о дикой охоте больше, чем остальные. Можешь сказать что-нибудь об их магии? У нее есть навигаторы, которые открывают порталы. С порталами...